Всем здравствуйте! Интернет-магазин antlife.com.ua снова на связи. Сегодня хочу показать вам, просто продемонстрировать экраны четырех моделей с одинаковым железом. Это Zoppo, слева направо, Zoppo C2 Platinum, Zoppo ZP980, THL Beyond и UMI X2 с 1 гигабайтом оперативной, 16 встроенной. И тоже он предоставлен на процессоре MTK6589T. У всех пяти моделях абсолютно идентичные технические характеристики, абсолютно идентичные экраны. То есть у всех моделей 5 дюймов, у всех моделей Full HD разрешение, великолепные матрицы. Давайте посмотрим, сравним эти модели по показателям Вантуту. Посмотрим, какое количество баллов выдают те или иные модели. Как мы видим, THL Beyond самый слабенький, но это объясняется лишь софтовыми проблемами. То есть можно поменять прошивку, и все будет на уровне. Давайте посмотрим по основным характеристикам. Видим, что у всех моделей процессор 1,5 ГГц каждое ядро в каждом телефоне. Также разрешение экрана 1920 на 1080, объем оперативной памяти гиг в каждой модели, встроенная память по 16 гигабайт, прошивка у всех 4.2 Android. И камеры. Основные камеры у UMI и у THL заявлены как 13 мегапикселей. Скорее всего, это интерполяция. У Zoppo 980 и C2 Platinum заявлены реальные величины, то есть 8 мегапикселей. Точнее, ошибся. Также само заявлено 12.6. А вот фронтальные камеры заявлены на 8, но это 100% интерполяция, там реальная оптика порядка 3 мегапикселей. Итак, основное, конечно же, в этих моделях отличие – это экран. Они отличаются несколько по внешним параметрам, по размерам, по толщине. Кстати, давайте сравним, попробуем сравнить вот эти модели. Попробуем прийти к какому-то выводу. Как видим, самой толстой, самой широкой моделью у нас будет THL W8 Beyond. Его убираем. И, как ни странно, вот хоть слева у меня C2 Platinum, Zoppo 980, мне кажется, что самый тонкий из них Zoppo 980. UMI и C2 Platinum примерно на одном уровне. Так, ну и давайте посмотрим, конечно же, экраны в наших смартфонах. Так как это самое интересное, и в первую очередь, наверное, именно по экрану наши клиенты выбирают себе смартфон. Выставляем одинаковую картинку. Так нам будет смотреть интереснее, лучше, удобнее. Более наглядно это все будет. Ну, я дальше не буду комментировать, где какой экран лучше, по моему мнению. Попробуйте определить для себя это самостоятельно. C2 Platinum, Zoppo 980, Beyond THL и UMI X2.
Как по мне, то по углам обзора давайте сравним еще вот эти две модели. То Zopa 980 лучше всех. Хоть и говорил, что не буду делать свои выводы, но мне кажется, это видно. Это действительно видно. Блекнет экран у всех других моделей. Сравним его с Уми. Да, 980-го, наверное, лучший экран. Ну и еще пару картинок. Beyond и ZP 980. Ох, какое отличие видно. Даже на дальнем плане Zopa 980 показывает себя лучше. Ну, тут вот примерно одинаково. Все, спасибо за внимание. Решайте, какой смартфон, какой экран для вас предпочтительней. Всего доброго!